Привет, друзья! Мировая сенсация – это покушение на президента, премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Мы назвали его главным врагом Украины, в Европе, конечно. Главный враг Украины – это Путин, но Путин же в Азии у нас, мы же с вами понимаем. Он же сейчас в Китае, правда? А в Европе Фицо. Нет, мы, конечно, желаем Фицо здоровья, но мы хотим присмотреться к человеку, который на него покушался. Давайте присмотримся прямо сразу лицо этого человека. Самый показатель, и ему 71 год. Это значит, он точно не агент никакой разведки. Вот тут Украину уже к делу не пришьешь никак. И поэтому ему будут пришивать сотрудничество с неонацистами, симпатии к неонацизму. Но мы сегодня в программе вместе с Сергеем Жирновым присмотримся повнимательнее к этому человеку, к его заявлениям, к тому, что он делал. И добрый день, Сергей. Привет, Глеб, и привет всем нашим зрителям. Я вот хотел начать с видео, конечно, потому что там есть с разных ракурсов, и самое впечатляющее, конечно, насколько, в принципе, по-европейски Роберт Фицо близко был рядом с людьми, и там никого не проверяли. Женщина рассказывала, что, в общем, могли бы и проверить их перед тем, как, так сказать, допускать навстречу. Но маленький город в Словакии, и мы понимаем, что в Словении, господи, что. И в этом маленьком городе, видимо, не очень заботились. А вот он сам покушавшийся, вот он, Юрай Центул, который, видите, сидит с бородой, но он успел прямо там сказать местным телевизионщикам, что он против политики премьера Фицо и он против зажима свободы слова. Дело в том, что буквально вот месяц назад, даже меньше, местный, по-моему, кабинет внес законопроект о том, чтобы расформировать телекомпанию государственную типа BBC. Вот, и на ее месте примерно через год создать новую. Какая-то у нее аббревиатура RT, бог знает, неважно, да, а будет по-другому, буковки переставят, и журналисты даже выходили на митинги, требовали, так сказать, не закрывать их, потому что, ну да, они против, так сказать, действующего премьера, ну так действующий премьер победил на выборах только в октябре прошлого года, ну это вот такое, так сказать, поверхностный слой этой истории, Сергей, но вам слово. Но пока что еще до конца у нас нет информации, потому что очень противоречивая информация про этого человека, потому что накопали все-таки то, что он вроде бы и принадлежал каким-то пророссийским группировкам где-то, потом изменило свое мнение. Вот, в любом случае, вот то, что вы сказали, что ему 71 год, и поэтому он не может быть агентом ФСБ, вот здесь я с вами не соглашусь, агентом ФСБ может человек любого возраста, вот, начиная там с подросткового и кончая глубокой старостью. Вот. Он, понятно, что он не является кадровым сотрудником, да, какой-то спецслужбы, вот, но агентурой он спецслужб может быть. Как любых, кстати, спецслужб, потому что, вы знаете, если подходить к этой истории по старому принципу «кому выгодно», то выгодно Украине это дело, да, значит, я так думаю, что российская сторона сейчас будет говорить о том, что это украинский агент, потому что вот Фицо, значит, не хотел оказывать помощь Украине, ее, значит, саботировал, а этот человек его уничтожением хотел показать, что все люди, которые саботируют помощь Украине, будут уничтожены, и теперь Орбану надо спать, переставать спать и переставать общаться надо с народом, и Трамп надо задуматься, потому что в Соединенных Штатах Америки оружия гуляет на руках много, и там несколько президентов уже и умирали, и были под прицелом всяких покусителей на их жизнь. Так что эта история только развивается, пока что идет следствие, то есть следствие это есть тайна следствия, они, конечно, не будут нам рассказывать мало. Вот. Но выглядит он, кстати, классно, видите, в бабочках такой профессорский вид у него такой, вполне себе в 71 год себя нормально выглядит.
выглядит. Вот, и такой, ну, как бы, западный человек, да, вот Фица, который пророссийский, просовковый такой человек, и здесь вот такая западная картинка, человек в бабочке с очочками и с докторской бородкой, весьма солидно выглядит. Ну, я с вами, естественно, согласен, Глеб, что мы, конечно, плачем очень сильно и, значит, заботимся о здоровье бедного несчастного Фицу, желаем ему выздоровления, вот, скорейшего, вот, с легкой саркастической улыбкой, вот, ну, там сказали, что вроде стабилизировалось его сейчас, значит, здоровье, но он находится по-прежнему в реанимации, все-таки он получил 5 пуль, там, 4 в живот и 5 куда-то там в грудь, вот, так что посмотрим, как это будет дальше развиваться, но уже правительственные, естественно, партии в его стране сделали все, чтобы, значит, отыграть эту медийную картинку. Они сказали, вот видите, какая оппозиция сволочная, вот они все такие, вот мы такие добрые, хорошие, белые, пушистые, а они все гады, вот с оружием ходят, убивать всех хотят там и так далее. То есть, ну, здесь, конечно, они уже себе пиар максимально на этом, на этой истории сделали. Давайте присмотримся к господину Фицу и к его заявлениям. Я специально прямо их вывел на картиночку, чтобы и прочитать людям, и чтобы могли видеть и глазами, знаете, чтобы лучше дошло. Вот прям смотрите по пунктам, да. Словакия заблокировала выделение пакета военной помощи Украине от ЕС на 40 миллионов долларов. Фицо пообещал, что Словакия не поддержит заявку Украины на членство в НАТО, так как это самая большая бессмыслица. Дальше он заявил, что Словакия перестанет передавать Киеву военную помощь. Высказывал мнение, что военная помощь Запада Украине не имеет смысла и ведет лишь к увеличению числа жертв. Ну и, наконец, он утверждал, что санкции против России негативно отражаются на жителях Словакии. Я вот, Сергей, позволю себе все равно усомниться в том, что вот этот человек... С его биографией, с его бабочкой. Мы про него сейчас много поговорим и даже послушаем его. У нас есть эксклюзивное видео и перевод со словацкого языка. Я прям зачитаю, что говорил этот человек, и это важно. И я буду настаивать все-таки на том, что он идейный. Он не чей-то агент. И не агент Украины. Украина могла бы гордиться, если бы у нее был такой агент, и если бы она 70-летних, ну не побоюсь этого слова, дедушек, я сам вот-вот стану дедушкой, поэтому нет-нет, у меня пока никто не беременный из старших сыновей, но может быть в любую секунду. Поэтому я могу говорить, что дедушка это неплохо. Так вот, дедушка, если Украина посылает дедушек на то, чтобы убивать или покушаться на ее врагов, откровенных врагов, я вам только что зачитал, что делал Фица против Украины и против цивилизации, на мой взгляд, да? Если таких людей... Украина может завербовать и сделать их агентами, не молодого 30-летнего пацана, которому очки не нужны, чтобы в прицел там попасть, правда же, да? И который не в живот будет стрелять, а который, я думаю, прям в башку этому Фицу все 5 пуль вложит, вы понимаете? Вот мы присмотримся к этому человеку. Это его фотография 7 лет назад. Он, внимание, был частным охранником. Маленький город, человек не очень успешный. Денег зарабатывать ему в этом маленьком городе, я подозреваю, особо негде. Его литература, хоть он и считается там членом Союза писателей местных, я почитал его стихи, слабые стихи, вы понимаете? Но душа у человека болит. Болит за то, что творится в Европе, болит за то, что в 89-м году вся Восточная Европа встала против тоталитаризма, против совка, против социализма, а к чему пришли сейчас. И вот я сейчас, так сказать, специально вот еще его немножко биографию вам расскажу. В 2016 году, когда он был охранником супермаркета, у него был очень неприятный эпизод в жизни. Значит, в конце рабочей смены один обкуренный наркоман стал просто буянить в магазине. Он сбрасывал с полок в магазине продукты, вещи, и Юрай пытался его утихомирить. Так этого Юрая избили. Я не стал ставить его фотографию с битым лицом, но они тоже есть, вы понимаете? То есть, мягко говоря, совсем не спецназовец. Вот если вы будете настаивать, что он может быть агентом любой разведки, ну давайте вот эти факты тоже осмыслим, да? Значит, и вот его избивают, и после этого он пытается вместе с друзьями создать движение против насилия. И он говорит против любого насилия. Вы понимаете, да?
ни против лево, ни против права, ни против ни за каких-то ультра, так сказать, нациков, которых ему будут сейчас шить, безусловно, а против любого насилия. И вот смотрите, что мы сделали. Значит, оказалось, что у него в YouTube-канале есть два видео. Я сегодня залез утром, уже снесли. Но кто-то успел сделать копию и выложил в другом месте. Я тут же говорю режиссерам: ребята, скорее это видео забирайте, скачивайте, потому что вот-вот и этот снесут. Потому что неполиткорректный человек очень не вписывается в европейскую картину мира, да? И вот мы, значит, взяли оттуда 7 минут видео, но на словацком языке тяжело, да, и поэтому давайте, так сказать, посмотрим, вот, значит, что он говорит. Первый кусочек, значит, минуточку. Смотрите, я вам прочту сначала по-русски, потом мы послушаем, потому что словацкий язык, я даже читать стал, слушайте, он похож. Вот как польский, ты догадываешься, чего написано. Даже мне кажется, в польском труднее догадаться, что написано. В этом он как-то как будто ближе, он ближе то ли к болгарскому. Серьезно, прям очень многие вещи понятны. Поэтому мы нашим славянским ухом послушаем, но сначала я вам просто переведу, что он будет говорить в 2016 году. В демократии мы выбрали своих представителей. И что случилось? Они предали наше доверие. Наша демократия утекла сквозь их пальцы, как живая вода. Как это произошло? Нация и государство безумными методами попали в руки жадных. И они постепенно выкупили наших представителей. Сосуд с живой водой оказался пустым. Богатство страны ушло туда, куда никто не хотел. А мы постепенно возненавидели концепцию демократии. И вместо того, чтобы обвинять жадных и политиков, мы проклинаем демократию. Теперь мы должны снова выйти на улицы, заполнить площади, продемонстрировать силу, а не насилие. А теперь слушаем, как это говорит Юрай. В ней мы изволили своих заслужцов. А что за стало? Они нашу доверу скламали. Наша демокracia im pretiekla cez prsty ako živá voda. Ako k tomu došlo? Majetok národa a štátu sa šialenými metodami dostal do rúk chamtivcov. A tí si postupne kúpili aj našich zástupcov. Nádoba so živou vodou ostala prázdna. Bohatstvo krajiny sa dostalo tam, kde nikto nechcel. A pojem demokracia sme postupne znenávideli. A my namiesto toho, aby sme vinili chamtivcov a politikov, nadávame na demokraciu. Teraz musíme znovu vyjsť do ulic, naplniť námestia, указать силу, але не насилу. Дорогие зрители, вы слушали выступление человека, который вчера стрелял в премьер-министра Словакии Роберта Фицо. И хочу добавить, что министр внутренних дел Словакии сейчас заявил, что эти выстрелы поставили страну на грань гражданской войны. Как вам, Сергей, заявление министра? Да, ну я об этом уже сказал, что они пытаются сейчас отыграть пиаром, то есть попытаться из этого сделать такой наезд на замечательную словацкую демократию во главе с Фицо и с новым президентом страны. Вот, и сказать, что у них все замечательно, но вот есть такие нехорошие оппозиционеры демократические, которые хотят их всех убить и разрушить эту демократию и так далее. Это такая абсолютно стандартная популистский наезд, значит, использование любого террористического акта для того, чтобы оправдать, может быть, какие-то даже меры по закручиванию гаек теперь после этого дела, скажут, надо их проверять теперь всех этих, все они террористы, и, значит, все люди, которые связаны были с ним, или там, я не знаю, или которые похожие взгляды высказывают, они все террористы, они все хотят стрелять там и устраивать гражданскую войну. Но вы знаете, на самом деле гражданская война всегда возможна тогда, когда общество расколото примерно пополам. Вот, потому что в Словакии и в Венгрии
Есть люди, которые чрезвычайно недовольны тем, что происходит в правительстве этих стран, но которые не могут пока что получить преимущество ни в парламенте, ни в правительстве, ни в исполнительной власти. Вот. А когда так расколота страна пополам, то, в общем, есть всегда опасность того, что пойдут какие-то недовольства. Кстати, в Соединенных Штатах Америки такая же ситуация. Да, и даже во Франции такая же ситуация, но во Франции немножко меньше. Вот, но в США известно, что примерно половина на половину Трамп и Байден. И в Соединенных Штатах Америки ведь Трамп уже показывал, что он может сделать. Его сторонники показывали уже, как они в 2021 году атаковали, значит, этот самый Конгресс американский. Вот, и что из этого может получиться, если людей... если людям дать возможность высказывать слишком активно свои взгляды. Так что, вы знаете, вот это нас подводит последняя ситуация к тому, что мы считали, что западная демократия – это демократия, которая настолько созрела, что в ней невозможно никакое возвращение, никакой диктатуре, никакому нацизму, никакому фашизму. Там вот не может быть неонацистских партий таких широких. Да, то есть они могут быть там где-то на маргинальные партии, но они не могут стать выразителями значительных слоев населения. И последние 20-30 лет доказали, что все эти наши надежды идеалистически были идеализмом, что все это не так, что любое, даже самое цивилизованное общество всегда может повернуться за 5 минут обратно в историю, от которой мы тщетно пытаемся уйти. Сергей, я прошу прощения, вот вы очень, я вижу, грустный сегодня. Вы знаете, я не грустный. Я думаю, что много всякой сволочи в Европе испугается. И хорошо, что испугается. Вы понимаете, Сергей, вот эта вот благость, вот это желание, чтобы все было прям ни одну муху не обидеть, чтобы все было без потерь и без трудов и без напрягов. И как вот вывески, знаете, частные школы, учиться без стресса. А почему без стресса? Где жизнь без стресса? Любая смена погоды – это стресс. Что, почему вдруг западная демократия стала делать из людей импотентов? Мы в конце доберемся этой программы до Новой Каледонии. Это французская территория. И там я буду рассказывать подробненько про никель, который Франция потеряла вместе со всем остальным. Вы понимаете, Сергей, вот вы грустите. А я считаю, что, в общем, хорошо, что всякая сволочь испугается. Ну, должна же, наконец, одуматься каким-то образом. И, наконец, вот вы говорите, фашисты, фашисты. Да в Европе фашистской партии объявляют всех, кто просто неловкое слово сказал один раз против мигрантов. А при том, что мигранты в Кёльне перед там Рождеством немецких женщин терроризируют публично, а полицейские боятся, а в полицейских кидают петарды. Но не смей сказать, что эти мигранты охренели. Тебя фашистом назовут. Сергей, вы не чувствуете, что это поражение цивилизации? Это удар по цивилизации? Чего вы грустите? Я не грущу, я просто спокойно на это смотрю, потому что я больше 20 лет живу в этом обществе западном. И меня пронизает изнутри политкорректность западная. Хотя меня здесь считают очень неполиткорректным человеком, потому что я говорю вещи, которые обычно не говорят. Но вот если нас с вами сравнить, то моя неполиткорректность – это просто такая отлакированная картинка по сравнению с тем, что говорите вы. Вот. Но мне уже трудно себе через себя перейти, потому что, конечно, то, что вы говорите, это здравый смысл. Вот. Но этот здравый смысл вслух в Европе говорить не принято. Окей. За нас говорят такие люди, как Юрай. Господи, я его все время фамилию забываю. Новая Каледония, за нас говорят деньги, за нас говорят китайцы, Индонезия. Мы сегодня в конце, как обычно, 10 минут для самых умных. Вот деньги, которым вы не придаете значения, ох, я сегодня подготовился. Но давайте мы пойдем по, значит, если нельзя быть резким, если то, что сделал Юрай, это ужасно,
то как оценивать то, что сделала Америка и примкнувшая к ней Европа за эти два года? Напоминаю всем, что во вторую годовщину, когда исполнилось ровно два года нападения Путина на Украину, вот этот Роберт Фицо заявлял в своей речи, прям по полочкам, первое, НАТО расширялось на восток. У Путина не было другого выхода, кроме как начать полномасштабную войну. И во всем виноваты украинские нацисты. Это говорил товарищ Роберт Фицо, которому мы сегодня желаем здоровья со страшной силой. Прям все желают, прям списки людей, желающих здоровья. И вот Блинкен приезжает в Киев вчера и говорит фактически, наверное, вы обратили на это внимание, да? Что, в общем, Америка была не права. И что сотни тысяч украинцев, которые за это время убиты, убиты потому, в значительной мере, что Америка тормозила с помощью. Я политкорректно изложил мысль Блинкена? Да, вы политкорректно изложили его мысль. И точно так же я вчера гораздо более неполиткорректно, чем вы, сказал это на французском телевидении. Потому что там сейчас все поднимают большой хай, что типа вот видите, там русские идут наступление под Харьковом, все потеряно, надо сдаваться быстро там и так далее. Вот, и я бы сказал, что ситуация это потому, что, во-первых, западные страны запретили Украине бить своим оружием по территории Российской Федерации. Российская и Украина смотрела, как собирались эти силы по ту сторону границы и не могла с ними ничего сделать. Вот, а во-вторых, американские Соединенные Штаты и демократическая партия, и, конечно, больше Трамп, но и демократы тоже, саботировали оказание украинской Украине помощи уже практически полтора года. Последние полгода это просто откровенный саботаж. Вот. А до этого, целый год прошлый, фактически было разрушено украинское потенциал украинского контрнаступления, потому что не поступала помощь. Вот. И закончил я свою речь вчера на французском телевидении тем, что Блинкен, конечно, замечательный человек, и поиграть на гитаре, значит, в клубе в украинском в Киеве, это замечательная вещь. Вот, но я сказал, вот подумайте, как люди сейчас в Харькове, которые сидят под бомбежкой, смотрят на эту игру на гитаре замечательного Блинкена. Это издевательство над людьми. И как раз мы подготовили игру Блинкена на гитаре, где сначала его в клубе ведущий представляет как лучшего друга Украины. Давайте посмотрим. I want to introduce the biggest friends of Ukraine, Anthony Blinken. Listen, I know this is a really, really difficult time. Your soldiers, your citizens, particularly in the Northeast and Kharkiv, are suffering tremendously. But they need to know, you need to know. The United States is with you. So much of the world is with you. And they're fighting, not just for a free Ukraine, but for the free world. And the free world is with you too. So maybe we can try something? Yeah, sure. I don't forget. Не могу спокойно это слышать. Это ложь от начала до конца. Америка не борется за свободный мир. Америка теряет свободный мир. Цивилизация под ударом и в Израиле, и в Украине. И вот это вот благо эти слова, которые несет Блинкен. Господи, не знаю. Вы знаете, у меня ощущение такое, что в украинском руководстве ему теперь тоже это в лицо говорят. Потому что там уже, так сказать, люди устали от этих разговоров. Нужны не разговоры, а нужны дела. Нужны не разговоры, а нужно оружие на фронте. Вот, оно туда не доходит. И из-за этого сорвалось наступление в прошлом году. Из-за этого война длится 2,5 года. Если бы это оружие сразу бы дали, первый год, 22-й год, то вообще бы россияна разбили бы давным-давно. Но поскольку история не признает сослагательного наклонения, так сказать, если бы ДКБ, то во рту бы выросли бы грибы. Вот. Но, конечно, все, что он говорит, это политкорректная херня.
да, это понятно совершенно, потому что это мы все с вами, ребята, да, вот вы там боретесь не только за вас, за вашу свободу, но и за нашу свободу, и мы там будем всегда вместе с вами, и давайте я вам поиграю на гитаре. Это все выглядит все дальше просто как... Вообще-то это выглядит как издевательство, просто издевательство вот. над украинским народом. И давайте послушаем человека, который сделал мощный поступок, Юрай Центула. Я надеюсь, что я сегодня в эфире его имя еще несколько раз произнесу и, наконец, выучу. Юрай Центула, писатель, 71 год, Словакия. И мы смотрим еще его одно кусочек видео. Но сначала я вам прочту, что он скажет, потому что он будет говорить по-словацки. Вот он говорит в 2016 году. «Мир полон насилия и оружия. Люди как будто сошли с ума. В Европу хлынут мигранты, повсюду ненависть и экстремизм. Но что самое страшное, у правительства европейских государств нет альтернативы этому хаосу». И еще он говорит снова, хаос подходит только богатым. Богатая плутократия этого мира толкает нации к войне друг против друга. И они тоже хотят на этом нажиться. Много, давайте послушаем этого человека, имеет смысл. Svet je plný násilia a zbraní. Ľudia ako keby sa zbláznili. Do Európy prúdi rad migrantov. Všade je nenávisť a extrémizmus. Ale čo je najhoršie, vlády európskych štátov voči tomuto chaosu nemajú žiadnu alternatívu. Svet je plný chaosu a nenávisti. Chaos vyhovuje iba bohatým. Bohatá plutokracia tohto sveta ženie národy proti sebe do vojny. A ešte chce na tom aj zarobiť. Plutokracia na všech Господи, каких же славянских языках звучит одинаково. Я нашел текст, расшифровка, то, что он успел сказать при задержании телевизионщиков. Я не согласен с политикой правительства, СМИ ликвидированы. Почему на RTBC нападают? RTBS, наверное. Почему Мазака увольняют с должности? Это, видимо, гендиректор этой телекомпании. Это он сказал в коридоре, видимо, в суде, поднял склоненную голову в крови, его руки были связаны за спиной. Юрай Центула, друзья, человек, который вчера стрелял в Роберта Фица. Ну, Сергей, что-нибудь скажите, жизнеутверждающее. Ну, плутократия на всех языках вообще звучит одинаково, потому что это у него происхождение латинское там, или греческое, да, и поэтому она на всех языках одинаково звучит. И это просто слово заимствованное. Вот, дальше я так понимаю, что вы, для вас этот человек стал героем, потому что он поднял руку на представителей руководства, которое предает свою страну. Для меня было непонятно другое. Для меня было непонятно другое и в Венгрии, и в Словакии. Венгрия в 1956 году пережила агрессию Советского Союза, а Чехия и Словакия пережили это в 1968 году. И я не понимаю, как народ страны, который пережил советскую агрессию в 1956-1958 году, могут вообще рассматривать российские танки как дружескую силу. И Путина рассматривать как дружескую силу. Для меня это вообще просто непонятно. Я не могу понять мозгами, как это происходит. Вот, и поэтому вот для меня понятно, что это не политкорректно по-европейски, вот, но, в общем, из искры возгорится пламя, да, это такой большевистский лозунг был, да, из искры возгорится пламя. Вот, но в любом случае что-то в наших обществах происходит не то, это совершенно точно. С разных сторон можно говорить, разные оценки давать, но то, что действительно что-то не то, это точно совершенно. Вы знаете, у меня была всегда огромная проблема последние 20 лет, пока я живу здесь на постоянной основе. Я вижу, как это все изменяется.
Но я понимаю, что если я начну вам все рассказывать, как здесь изменяется, то это, увы, будет лить воду на мельницу Путина. Потому что Путин говорит, что западное общество разлагается, что вот там вот это плохо, это плохо. Слава богу, они здесь не живут, потому что они не знают, как здесь плохо. Вот. Но в любом случае это, конечно, лучше, чем в Российской Федерации, это лучше, там, чем в каких-то тоталитарных режимах. Но озабоченность, так сказать, у нас есть сильная там, по поводу того, что происходит в нашем обществе. Давайте нам сейчас во весь экран покажут фотографию, которую все будут использовать против Юрая Центула. Это его фотография с неким «Словенский бранчи». Была какая-то такая, так сказать, видите, у них на флаге что-то отдаленно похожее на какую-то свастику, они ребят тренировали, и он с ними тусовался больше 10 лет назад. Вот на фоне этой картинки можно говорить о том, почему половина Словакии, то есть Словакия это половина Чехословакии, а в этой Словакии, оказывается, есть какая-то половина, видимо, молодая и старая, не побоюсь этого слова. И вот, как ни странно, человек 71 года, который должен быть на стороне, так сказать, бабушек и дедушек, которые голосуют за советскую власть Путина и вот эту всю хрень, почему-то он оказывается на другой стороне баррикад. Я бы сказал, потому что мозги у человека есть. Ну да ладно, а еще есть совесть, да, и, так сказать, желание, чтобы все-таки цивилизация шла к цивилизации, а не к тому, куда она идет. И на самом деле он от этих ребят не то что даже отмежевался, сами эти ребята, во-первых, они изменились. Они за последние 10 лет там, так сказать, прошли большую трансформацию. Наконец, когда началась война, когда Путин напал на Украину, они официально объявили, по-моему, осенью 22 года о закрытии все организации полностью, даже того, что от нее осталось. Потому что, ну, тотально не время, так сказать, бороться с кем бы то ни было в Европе. Надо, типа, объединяться против общего врага Путина, который прет на Европу, на европейскую цивилизацию и на все ценности здравого смысла, да? Но я прекрасно понимаю, да, что сейчас вот эти вот картиночки российская пропаганда будет отовсюду доставать. Ну, и Европе тоже будет легче, да, списать и объяснить, что, ну, человек увлекался неонацистскими идеями, ну, и поэтому проблем нет. А то, что этот человек на самом деле выступал против того, против бюрократии, против того, до чего дошла Европа. Бюрократия – это власть узкого круга не лучших, а блатных. Вот что это такое. И мы в Советском Союзе очень хорошо это знаем. И на самом деле его ровесники в Словакии, как и в Чехии, как и тем более в России, очень хорошо знают, кто эти такие. Да? Вот брежневщина, такой поздний совок. Просто сейчас говорить там моей маме, например, которой 77 лет, что, так сказать, Брежнев это было плохо, но она не согласится со мной категорически. Хотя, так сказать, когда я был пацаном, она была антисоветчица, вполне нормальная, как и мой папа. Казалось бы, да? Ну, потому что, да, при Брежневе, так сказать, все они были молодые, красивые, им было весело. А то, что пустые полки магазинов, так сказать, они об этом не помнят. Но люди более вдумчивые, остающиеся вот в повестке дня, они, конечно, помнят, да, и понимают, что Европа сейчас, и Америка в значительной мере тоже, но Европа в большей степени, да, идет вот к этой страшной бюрократии. И мы в конце доберемся до Новой Каледонии, которую Франция, если не потеряла, то уже почти потеряла. Новая Каледония, так сказать, дошла до ручки, хотя, казалось бы, должна была быть впереди планеты всей. А вот теперь впереди планеты всей, рядом с этой Новой Каледонией, там уже даже не Австралия, а уже Индонезия. Я сегодня в конце это все расскажу очень легко, прямо на цифрах, вы понимаете? Но это вот, вы задали вопрос, что у вас недоумение, как Словакия, как Венгрия, 68-й год, 56-й год, как? Да где эти люди, которые были 68-й, 56-й? Они вообще живы? А те, кто живы, я родился в 68-м. Ну, мы тогда детьми были, мы тогда этого не видели. И также, так сказать, большая часть этих людей, они не видели танки-то русские, тем более 56-й год в Венгрии. Ну, кто из тех, кто видел русские танки, остался жив, здоров и может на что-то повлиять? Ну, вот и ответ на наш вопрос. Меня просто удивляет, что их достаточно много для того, чтобы такие люди, как Фица, приходили к власти. И это другой разговор. И тут не без путинской пропаганды, Сергей, согласитесь, да? Путин потрудился со своими арти, огромными бюджетами и кремлеботовскими фермами очень активно, правда же?
У Путина большие бюджеты, у Путина есть кремлеботы, но вы знаете, я думаю, что ни бюджеты, ни кремлеботы не являются определяющим. Вот это самое страшное. Потому что путинские идеи, они гуляют по Европе самостоятельно. Им эти кремлеботы помогают. Им эти кремлеботы подсказывают, как правильнее там, перенаправить свое влияние. Но эти движения возникают без всяких кремлеботов. Они внутри нашего общества родились. Потому что если бы это были только кремлеботы и путинские шпионы, то все было бы очень просто, все было бы гораздо проще. Потому что вот в том-то и проблема, что это изнутри рождается. Америка, которая голосует за Трампа, Америка, которая, там, я не знаю, голосует за какие-то ультраправые группировки, там никаких кремлеботов нету, она сама по себе родилась, ей ничего не надо было, никакого Кремля там не нужно, чтобы она родилась. Потом просто Кремль это использует, вот, он им просто денег подкидывает, там, дает картинку, раскидывает по своим сетям. Вот, так что здесь все гораздо сложнее, чем просто влияние российское пропагандистское. Ну, окей, Сергей, я просто вот живу в Стамбуле среди своего среднего класса, который сбежал от Путина, и я вижу, как многие путинские идеи заходят в головы вот моим, так сказать, друзьям, соседям, знакомым, и я начинаю спрашивать, ты что, телевизор что ли советский смотришь? Он говорит, да упаси Господи, нет. Но я понимаю, что через разные телеграм-каналы там-сям вбрасывают и так далее. Иногда, в общем, человек абсолютно вроде бы антипутинский, но вот он забросит 10% идей, которые выгодны Путину. В том числе Путину выгодно, когда сейчас люди говорят, что его режим крепок и что Путину в ближайшие 10 лет ничего не угрожает. Вот этот один тезис, на мой взгляд, работает на Путина больше, чем 99% ты можешь его называть палачом, убийцей, уродом, коррупционером, геноцид русского народа, геноцид украинского народа. Но добавляешь 1%, что этому гаду ничего не угрожает в течение 10 лет, и уже можешь прям получать из кассы Кремля деньги. Просто Кремль не заплатит. Ему там тупая пропаганда, они платят тем, кто только на 90% это сам. Я не буду говорить фамилии, но умные наши зрители догадались, да? А может догадаются, ну, при случае. Обратите внимание, дорогие зрители. Давайте посмотрим, как у нас Путин в Китай приехал, а то все-таки новость, да? Вдруг мы что-нибудь упустим, да? Потому что я, кстати, не отследил. Шойгу-то в Китай привезли, Сергей? Да, привезли. Привезли Белоусова и Шойгу, да. Привезли. Не привезли Патрушева. Вот Патрушева не привезли. Патрушев теперь отработанный материал. И ни сына не привезли, ни отца не привезли. Вот приехал Мантуров, и еще 4 заместителя премьера. Мишустина тоже нету. То есть приехал только-только назначенный Мантуров. Приехало несколько министров, практически весь экономический блок. Приехала Набиуллина. Вот, приехали все те, кто занимаются, значит, всякими вооружением, Росатом, Роскосмос, и бизнесмены всякие там, близкие к Путину, в том числе мой приятель Боря Титов, который является формально омбудсменом по бизнесу и одновременно председателем какой-то там российско-китайской бодяги. Вот, так что, в принципе, делегация там была очень солидная. Вот, а Шойгу все-таки... Давайте посмотрим немножко видео, потому что впечатляет. Сергей, это нам нужна, так сказать, панорама. Люди, ну, не все смотрели.
Да, как красиво, же он красиво. Сияет, Путин. А, красиво, прям великий хан его принял. Но надо понимать, что это визит, который считается государственным визитом. Это специальный, это высший уровень визита, который вообще может быть у главы государства в другое государство. Вот, и поэтому здесь красная дорожка, и поэтому это ответ, кстати, всем тем, которые говорили. А вот когда Блинкен приезжал, ему красную дорожку не стелили. Так, конечно, потому что Блинкен приезжал с рабочим визитом. Поэтому ему все это не полагается. Ему не полагается ни оркестра, не полагается, чтобы Си Цзиньпинь выходил к нему на крыльцо, встречал его. Вот, кстати, нашим конспирологам мы сразу скажем, что вот когда они сейчас будут здороваться левыми руками, это никакой не тайный конспирологический знак. Вот, это просто у вас перевернутая картинка, чтобы ее использовать можно было спокойно, вот, потому что многие люди не въезжают в это дело, что просто когда используешь чужую картинку, чтобы не платить там авторские права, ее надо перевернуть, и тогда YouTube не считает ее как за исходный материал, она рассматривает ее как новое видео. Вот. Нет, но его встречали, конечно, по высшему разряду, это все понятно. Вот. Си Цзиньпинь, кстати, соблюл до запятой все то, что Путин сделал, когда принимал его в прошлом году. Потому что Путин прислал за ним в этот самый аэропорт вице-премьера, и Си Цзиньпинь не послал премьера, а послал тоже дамочку, которая является заместителем. Ну, то есть, в принципе, она по нашим понятиям имеет уровень вице-премьера. Вот здесь все, значит, соблюдено, и дальше они там разговаривали в одиночку, разговаривали с делегациями, подписали кучу бумажек, говорили великолепные слова, все это замечательно. Но мы с вами понимаем самое главное, Глеб, и это нужно обязательно сказать нашим зрителям, что вот здесь начальник Си Цзиньпинь, а Путин – это вот тот самый князь Александр Невский святой, который приехал за ярлыком на княжение, который утвердился как якобы новый президент. И теперь Си Цзиньпинь ему говорит: ну ладно, давай, Вовочка, вперед. Значит, я тебе даю отмашку за то, что можешь очередные 6 лет, значит, работать на мою китайскую великую державу у себя в маленьком княжестве. Я хочу сказать, что вот Шойгу – это главная фигура сейчас, его отставка, вот по моим ощущениям, непонятна всем. И я должен сказать, что только один человек, Володя Осечкин, выдвинул внятную концепцию, почему убрали Шойгу. В момент, когда русские богатыри, чудо, где-то там врываются на окраины деревень, в Харьковской области, прям там крошат дрова направо и налево. Вот вы понимаете, в этот момент убирать Шойгу прям перед визитом в Китай. И Володя Осечкин говорит, что ну Путин просит у Китая самой разной помощи, а Шойгу съездил в Китай и, в общем, раздался звонок из Китая, фигурально выражаясь, это мог быть не звонок, мог быть любой другой сигнал, о том, что, слушайте, уберите этого воровайку невменяемого, да, мы с таким работать не можем. И вот убирают самую вот эту вот, так сказать, прожженную часть Министерства обороны, все гражданские, все только по деньгам, Тимур Иванов, по-моему, в армии не служил, Цаликов из этого, из МЧС, вот этот вот толстенький хорек, да, сам Шойгу, да, тоже, так сказать, оленевод тот еще, да, то есть это люди, которые плевали на государственную тайну. И вот раскручивается во всем этом расследовании государственная тайна. Вот массовый зритель в первую очередь видит вот эти Роллс-Ройсы жены Тимура Иванова и виллы там на всех берегах. А на самом деле в этом расследовании самое главное – это государственная тайна. И вот очередной генерал, которого там сейчас, так сказать, в 5 утра вчера или позавчера арестовали, Володя об этом подробно рассказывает прям с документами, это же тоже человек по государственной тайне, вы понимаете? И то, насколько эти гражданские воры плевали на государственную тайну, это, ну, с точки зрения китайцев, ни в какие ворота не лезет. Вот я понимаю, что китайцы говорят, а как мы вам будем помогать? У тебя государственная тайна просто валяется под ногами. Это же на нас компромат, на нас, китайцев, вот понимаете, да? И мне эта версия показалась убедительным, как вам? Я ее не слышал, мне еще надо послушать. Вообще-то, откровенно говоря, за этими перестановками я не вижу ничего другого, кроме как изменение, пересадка музыкантов на одних и тех же музыкальных креслах, потому что, если вы внимательно присмотритесь к тому, что сделал Путин, то нет ни одного нового лица. Нет абсолютно ни одного нового лица.
И поэтому нет никакой структурной перестройки. Это пересадка между кланами: Чемезов, Патрушев, Ковальчуки, Ротенберги, там, Тимченко и так далее. Каждый получил своего человечка во власти. Кто-то поднялся, кто-то спустился. Шойгу, кстати, никуда не уволили. Ему отдали кресло Патрушева. Вот. Патрушев на этом кресле сидел 18 лет, и Шойгу еще может сидеть 10 лет на этом кресле. Вот. Другое дело, что Патрушев из этого кресла сделал сильный орган государственный, а еще непонятно, что Шойгу удастся сделать. Но, кстати, вот вы говорите, его наказали, да, его от кормушки оторвали, да, и одновременно тут же из этого же Министерства обороны выделяют Федеральную службу военно-технического сотрудничества, то есть торговлю вооружением с зарубежными странами, и передают ее под курирование Шойгу в Совете Безопасности. То есть ему сказали, все министерство ты воровать больше не сможешь, но вот у тебя теперь будет кормушка, это торговля оружием за рубежом. А Российская Федерация все-таки остается, даже сейчас она уступила позиции Франции, которая стала вторым экспортером вооружения в мире, но она остается третьим экспортером вооружения в мире. Так что у Шойгу есть еще куда воровать, чего воровать и как воровать. И я не считаю, что это борьба какая-то с коррупцией, абсолютно не считаю. Вот. Но это, кстати, то, что Путин устроил в Министерстве обороны, это на самом деле хорошая вещь для Украины, я вам по секрету должен сказать. Потому что сейчас уже, вот вы назвали трех заместителей, по крайней мере, которые уже полетели. Значит, Цаликов первый зам, значит, зам этот самый Тимур Иванов, этот генерал Кузнецов, который начальник главка по кадрам. И дальше уже какая-то там дамочка у них там финансовая подает в отставку. Дальше уже Коношенков подает в отставку. То есть на самом деле будет перетряхиваться весь руководящий аппарат Министерства обороны. А это значит, все люди, которые привыкли заносить чемоданы с баксами, они теперь не будут знать, кому заносить. А новые заместители министра будут бояться брать эти чемоданы баксов. А это значит, что Министерство обороны замрет на 6 месяцев. Потому что вот помните эту самую историю про Советский Союз, где говорили, что там есть огромное количество законов, которые все запрещают. В Российской Федерации сейчас еще больше законов, которые все запрещают. И единственная форма преодоления запретов, законов, которые все запрещают, это коррупция. Коррупция – это вещь, которая способна преодолеть бюрократию и заставить государственную машину все-таки вертеться. А теперь эту коррупцию, значит, ее... Понимаете, это очень странное заявление. Я понимаю, что вот наши зрители сейчас там попадали с кресел и говорят, вот он там поет, значит, осанну коррупции. Вот. Но помните тоже фраза: глупость и всеобъемлющий характер российских законов компенсируется только тем, что никто их не соблюдает. Да, вот это вот такая же история из коррупции. Коррупция в обществе, в бюрократическом обществе, где все зажато, коррупция – это единственный смазочный материал, который заставляет шестеренки экономические вертеться. Вот. Сейчас Министерство обороны замрет на 6 месяцев, и слава богу для Украины. Вот мы сейчас посмотрим последнее слово Шойгу, его Павел Зарубин снял, и с его телеграмма скачать сначала не получалось у меня, но через VPN, слава богу, сейчас такие времена, все можно. И это записано, по-моему, 6 мая, то есть за там 3 дня до отставки. Ну, в общем, такой вид у него бледный, давайте полюбуемся. Это всегда крайне важная вещь, это подведение определенных итогов, а если говорить точнее, определенного этапа, который венчает собой назначение нового кабинета, оценка работы этого кабинета. Ну и, естественно, каждый в этой ситуации так оценивает свою работу за прошедший период. Поэтому то, что сейчас сказал президент, это, конечно, высокая оценка работы правительства. Я вам сейчас скажу, у меня ощущение, что он уже знал. Конечно, похоже? Конечно, знал. Да, у меня было ощущение, знаете, когда оно у меня сложилось? Оно у меня сложилось на параде 9 мая. Потому что вот когда к нему обращались товарищ министр обороны,
Я даже всем этим людям говорил, что вы нарушаете Конституцию Российской Федерации, потому что Шойгу не является министром обороны. Он являлся исполняющим обязанности министра обороны. Вот. И у меня было такое ощущение, что это сглазили. И это вот такое путинское иезуитство. Дать Шойгу последний раз покататься на машинке в погонах, вот, прежде чем его торжественно перевести в эту, значит, никому не нужную организацию, которая при Патрушеве была сильной организацией, а при Шойгу может опять стать никому не нужным аппаратом, где сидят старые генералы, протирают свои штаны в лампасах. Вот, да, я думаю, что он знал, конечно, потому что понятно было, что наезжали на него, когда арестовывали Тимура Иванова, это был наезд, когда там арестовывали первого зама, дамочку, которая там была первым замом у Воробьева, это наезжали на него, и он понимал уже, что его дни сочтены. Да. Теперь это мы можем уже точно сказать, потому что тогда было ощущение, а теперь вот когда в обратную сторону смотришь, ну, конечно, он, понятно, с такой мрачной мордой он все дело говорит, что было понятно, что его снимать будут. Ну вот, на мой взгляд, вы сейчас подтвердили скорее версию Володи Осечкина о том, что такой удар по Министерству обороны, который Путин нанес, он мог нанести не просто ради вот непонятно чего, да, от перемены мест слагаемых сумма не меняется, а именно с какой-то серьезной целью, под давлением серьезных обстоятельств, и кроме Китая мы никаких серьезных обстоятельств пока вот заметить не можем, но не будем спорить, можем. Давайте чисто поржать, можем. Посмотрим старое видео Коношенкова, который, так сказать, вот однажды, помните, спалился на своем броне, ну, разочек понаблюдаем. А конкретно были уничтожены 5 американских систем противовоздушной обороны «Патриот», а также, я не могу это читать, ну какие 5 патриотов, у них же даже нету столько. Совсем народ за идиотов держит. Ладно, Саш, давай сначала. А то уволят Коношенкова, и смотреть нам уже будет неинтересно. А сейчас еще нормально, нормально, можно, так сказать, чисто поржать. Я в заключение хочу перейти к Новой Каледонии, которую вы, Сергей, потеряли. Вы уж простите, вы для меня француз. Хоть и мой брат русский, но уже француз 20 лет как. Поэтому, значит, Новая Каледония, маленькое государство на островах, там над Австралией в Тихом океане. Там живет всего 250 тысяч человек, но там начался очередной пипец. Причем это государство не формально независимое, а просто часть Франции прямо на 100%. Если я правильно излагаю, то давайте посмотрим, что там случилось. Франция рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в Новой Каледонии, чтобы обуздать растущее насилие. На этой французской тихоокеанской территории уже объявлен комендантский час. После того, как в ходе беспорядков погибли 2 человека и более 300 были ранены, в том числе десятки полицейских и жандармов. Волна насилия началась с протеста против попытки Парижа провести реформу Конституции, которая дает право голоса на местных выборах новым избирателям, тем, кто живет в Новой Каледонии больше 10 лет. Протестующие опасаются, что это маргинализирует местное население. Канаков, пострадавших ранее от сегрегации. Сергей, я позволю себе сказать, что там образованность населения, по-моему, 95%, ну, наверное, это грамотно считается, но тем не менее. Это не соседние, например, Индонезия, в которой 3 класса только обязательные. Или, например, Малайзия, где 6 классов обязательны, да? Но в этой Новой Каледонии 1000 лет уже как добывают никель. 200 тысяч тонн в год. Никель – это то, что сейчас делает батарейки для электромобилей. Это сейчас прям самый топ-передовой вот технологический, так сказать, продукт, который всему миру нужен, если ты делаешь никель. А Каледония умудряется 10 лет, компания Glencore, которая добывает там никель в убытках. Вот, вот, так сказать, как управляет этой страной Франция и добычей. И одновременно с 21 года начинает стремительно расти добыча никеля в Индонезии. И внимание, в прошлом году Индонезия добывает 1 700 000 тонн никеля. Это ровно половина всего мирового объема добычи никеля. Это, говорят, обрушило цены на никель. Типа они упали на 40% за год. Но они просто были на баснословном уровне. Они были на уровне 33 тысячи долларов. Это беспредел. Чтобы вы понимали, дорогие зрители, у норильского никеля заложено во всех его бюджетах 17.
А, например, в 2010, там, 14, по-моему, 15, 16 годах никель стоил там меньше 10 тысяч долларов за тонну. И ничего. И все, кто добывали никель, нормально себя чувствовали. Поэтому 33 – это уже беспредел. Это невозможно производить электрические машины. И то, что Индонезия резко вышла, добыла и немножко понизила цены, она тем самым снижает стоимость электромобилей. А батарейки – это половина стоимости электромобилей. И я, Сергей, вот буквально 2 недели назад приехал с острова Бали, где я в супермаркете смотрю, стоит электромобиль. 27 тысяч долларов стоит новенькая 5-дверная машинка. Совместное предприятие Индонезии и Китая. То есть идиоты с американцами воюют, а в Индонезии совместное предприятие Индонезии и Китая, но у Китая это совместное предприятие с Фордом. Вы понимаете, да? То есть вот она технология. И за первый же год существования этого завода они производят 1,5 миллиона автомобилей, из них 1 миллион продают в самой же Индонезии. То есть Индонезия стремительно превращается в страну среднего класса. Как бы не смешно сейчас это звучало, как бы некоторые люди, глядя на этих босых, так сказать, индонезийцев с тремя классами, не говорили, да куда, когда. Настолько быстро и стремительно мир меняется, чтобы вы понимали, там лет 7 назад Индонезия добывала, по-моему, то ли 2, то ли 5% мирового никеля, а сейчас 50%. Представляете, какая стремительная история? И кто же построил им этот завод? Китайцы. И на этом заводе в Индонезии у них есть особая экономическая зона на острове Сулавеси, где этот завод китайцы оснастили суперпередовой технологией по производству высококачественного никеля из плохой руды. Все думали, что Индонезия ничего сделать не сможет, потому что у них руда слабенькая. А оказалось, что китайцы сами изобрели метод добывать из этой руды офигенный никель, еще и цену опустили. Сергей, вы понимаете, когда я это рассказывал, Индонезия, Китай, там, вот эта вся, там, миллиард человек там, миллиард там, миллиард там. Вы чувствуете, что Америка и Европа просто в пролете, вы понимаете? Просто есть Америка и Европа, нет Америки и Европы, а миру, в общем, все равно. Вот к чему идет. Ну, здесь вы немножко, конечно, перегибаете палку, потому что, во-первых, Индонезия не такая маленькая страна, это 260 миллионов населения, это в 2 раза больше, чем в Российской Федерации. Они давно уже превратились в серьезную экономическую державу. Вот это не на пустом месте все родилось. То, что они сделали вот с китайцами эту технологию переработки никеля из очень плохой руды в очень хороший никель, означает, что там используются жутко вредные всякие вещи, типа там цианистого калия там, и прочих вещей. И то есть там, наверное, экология будет чрезвычайно страшная. Но экономически это, конечно, прорыв, безусловно. Вот, это всегда выбор, готовы ли вы платить своим здоровьем за то, чтобы себя там продвигать экономически. Вот это мы посмотрим дальше. Во Франции не совсем не разговор не только об экономике. Вот в Новой Каледонии, там нужно сказать, что там есть коренное население, и туда пришли французы. Это французская колония, которая не считается больше колонией, а считается заморской территорией французской. Французы ее не хотят отдавать, потому что это база французская, это авианосец французский в Тихом океане, который находится за 12 или 14 тысяч километров от Франции. Соответственно, вокруг, значит, Новой Каледонии экономическая зона морская, где можно ловить все там и так далее, 200 миль, да, вот, и так далее, и тому подобное. И, конечно, французы не хотят ее ни при каких условиях отдавать. И действительно, они придумали специальный механизм такой, иезуитский, бюрократический, административный, просто разбавить это канакское население, исходное французами, которые приехали из метрополии. Ну да, сказать, что там больше 10 лет надо проживать все-таки, но все равно таких людей тоже накапливается. А они на референдуме не захотят голосовать за независимость Каледонии. Это старый разговор, это разговор уже там было, уже 3 референдума или 4 референдума, и каждый раз там не проходила эта история о независимости. Это очень давняя история. Это история, вот знаете, как в 50-е, 60-е годы многие-многие колонии становились независимыми. А у французов еще осталось Гвиана, значит, в Латинской Америке. И вот, значит, это самое, остров Реюньон, значит, вот это Каледония, там, и несколько заморских территорий таких. Это все из 20 века
недорешенные вопросы. Вот. А никель это просто усугубил все это дело. Ну, поясним, что Glencore это не французская компания, это вы правильно сказали, это мультинациональная компания, которая, кстати, работает по всему миру, это самая мощная. Она не только никелем занимается, она занимается цветными металлами, она и медью занимается там и так далее. Вот это очень мощная компания. И то, что там у нее убыточная, это значит просто ей так выгодно, чтобы показывать убытки. Такое тоже бывает, когда транснациональная корпорация может показывать убытки в одном месте и прибыль в другом месте. Вот. Но эта проблема серьезная. Там, на самом деле, вот даже этот репортаж, который вы показали, он уже опаздывает. Теперь уже введено чрезвычайное положение, там уже больше смертей, там уже 2 убитых жандарма. Вот, и все это неизвестно, чем это закончится. Вот, и для Франции, конечно, это очень неприятная штука. Вот Макрон два дня подряд заседает на специальном кабинете, не знает, что ему делать, потому что, конечно, накануне выборов, тем более европейских, это все дело очень смазывает картинку, ту, которую он попытался сделать за счет там, Украины, за счет своих разговоров про употребление войск и так далее. То есть это очень сложная ситуация. Я не знаю, как из нее Франция вылезет, откровенно говоря, потому что потенциально, конечно, любые территории такие, бывшие колониальные территории, всегда должны становиться независимыми. Вот. И самое главное, что, как вы поняли, у Новой Каледонии есть возможность быть независимым, потому что у них есть никель. То есть у них есть на чем, по крайней мере, наполнять бюджет даже без Франции. Но Франция, ее очень сильно сомневаюсь, что она когда-нибудь ее отпустит. Это прекрасно, что не отпустят. Главное, чтобы во Франции, так сказать, пришли к власти толковые люди, такие, как, например, 10 лет подряд был президент Индонезии Джокови, сам из бизнеса, сам из мебельщиков, человек, которого можно назвать индонезийским Дэн Сяопином. И я бы хотел уточнить, что официально признано, что новый китайский метод производства никеля не более экологически вредный, чем предыдущие, которые делает другие. Там под большим давлением. У меня даже есть ссылка, я просто сейчас вот с двух компьютеров, нам пора заканчивать эфир, не смогу это вывести, а у меня прям есть вот, что называется, подписи, печать, серьезная структура, которая говорит, ничуть не более экологически вредный. А Glencore, он, может быть, и мухлюет, но, товарищ Макрон, вы почему позволяете мухлевать с финансами Франции? Вы почему позволяете Новой Каледонии просить дотации на добычу? Нормальный бизнес не просит дотации, он платит налоги и производит прибыль. Вот капитализм отличается от социализма ровно тем, что капитализм производит прибыль и делает всех богатыми. А социализм тратит деньги, которые страна не зарабатывает, не дает людям зарабатывать и врет людям, бог знает что, о расширении НАТО, о том, что Путин хороший, о чем угодно, только не о том, чем надо стране заниматься. Итак, друзья, это у нас был эфир об покушении на премьера Словакии Роберта Фицо, но мы, конечно, желаем ему здоровья, желаем со страшной силой. Увидимся, друзья.